стараюсь помогать за всю комьюнити нашу. Ну, Йони Рабай, Йони нетворк-инженер. Ну, вот сейчас он скажет пару слов. Да, здравствуйте, все, кто пришли. Мы знаем, что в жизни есть многие вещи, которые неизбежны и неотвратимы. Например, налоги, которые вы все будете платить, ну, в грядущий месяц-два. Вот. В жизни есть также другие неизбежные вещи, которые более приятные, например, дни рождения. Да, они тоже приходят каждый год, хотя, скажу, что как и налоги, да. Но в отличие от налогов, дни рождения обычно приятные, хотя с определенным возрастом они становятся иногда менее приятными, чем раньше. Знаете, когда вам 8 лет и 89, это гораздо приятнее, чем когда человеку там... Приятно, люди. Но дни рождения — это самое приятное, да. Вот. И одна из этих вот... неизбежных дат, которые приходят каждый год, это день рождения моей мамы, который здесь собираются и празднуют. Вот, но что интересно, что это один из тех повторяющихся дней, которые мама отмечает своей всегдашней, так сказать, неутомимой энергией, вот, которая, несмотря на годы, у нее не уменьшается, не убавляется, а только, мне кажется, становится все больше и больше. Вот, я понимаю, что от энергии точно так же бы не убавлялась, только прибавлялась, и чтобы она, так сказать, блескалась на всех нас, во всех ее хороших проявлениях, в том числе и собираем нас здесь. И хотел бы отметить, что обычно люди, которые отмечают свой день рождения, они отмечают его, так сказать, ну, празднуя свою жизнь, свои успехи и так далее. Но моя мама, она вместо этого собирает деньги на помощь нуждающимся, что очень важно, и что показывает, что человек, в принципе, должен жить не только для себя, но и для других. И эти вот неизбежные даты, да, как платежных блоков, которые можно по-разному использовать, можно использовать, так сказать, только для себя, но можно использовать для того, чтобы принести добро и свет в этот мир. Спасибо, сыночек Лёня.